Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Д3. Жалоба на отсутствие связи с сетью. Ну, соответственно, я уже приготовил его для разборки. Особенности, что D3, что L3, особой разницы для меня нету. Есть, значит, отличия какие. Отличия те, что здесь все-таки 3 хэш-платы, соответственно, расстояние между этими хэш-платами побольше, и появились вновь теплоотводы на тыльной стороне платы. Вот я сейчас только что отклеил бумажечку, да, такую этикеточку интересную, а под ней контакты. Под клеммы винтовые, для того, чтобы подать питание на эту плату без геморроя, с этими 6-пиновыми разъемами. Неоднократно были случаи выгорания этих разъемов, вещь ненадежная. Постоянно выгорают, закорачивают. Проблема, короче, с ними. Причем при выгорании этих разъемов происходит еще и короткое замыкание, там выгорают минусы с источника питания. Часть берется с шлейфа, выгорают шлейфы, ну, короче, проблемы, одним словом. Ну, те же самые вот мосфиты по питанию, преобразователь, довольно качественные кондеры стоят, проблем нету. Диагностика чипов также выведена на такие вот многослойные контактные площадки. Вот, для того, чтобы продиагностировать чипы с помощью обычного тестера, по факту. Значит, ну, управляющая плата аналогичная полностью L3. То же самое одноплатник. Вот он, одноплатник. Ну, кто в теме, тот понимает, что такие одноплатники, они продаются просто отдельно. То есть они, эти одноплатники, можно купить их только по другой торговой марке. Это уже будет не Antminer, на ней будет написано, соответственно. Тут написали, что она для Antminer сделана. Ну и кроссплата. На кроссплате также стабилизатор напряжения стоят. Вот, диодики цепи защиты двигателей. Даже вот пищалка установлена зачем-то. Значит, к чему сводится проверка таких одноплатников? Соответственно, питание проверяется, наличие и соответствие, чтобы было на самом процессоре, на памяти. Вот, если у нас питания нету, соответственно, проблем не будет. Найдем неисправность, заменим. Стабилизатор питания, пробитый конденсатор керамический, часто тоже такое бывает. Но в более серьезных ситуациях, когда, например, подано завышенное напряжение питания, там, или случайно что-нибудь коротнули, например, на разъеме вентилятора, кто-нибудь додумается замкнуть управляющий контакт на питание. В этом случае мы сразу лишаемся одноплатника, выпаливаем процессор, потому что 12 вольт подаем на вход или на шим выход, соответственно, у нас сразу все сгорит. В общем-то, здесь, скорее всего, так и произошло. Бывает такое, что попытка неправильно воткнуть либо замкнуть случайно эти контакты приводит к порче, в данном случае, управляющего. Ну, тут посмотрим, починим. Всем спасибо. Обращайтесь к нам в сервис.